В Кранотском заповеднике завершены съемки первого сезона документального фильма «Камчатка. Рассказ в лисах». В этом году снимали молодую семейную пару и их потомство. В следующем главными героями станут одновременно две семьи лисиц. Съемки возобновят уже в январе, чтобы отразить жизнь зверей в суровый зимний сезон. Вести запись будут в Кранутско-Богачевской тундре аппаратурой с длиннофокусной оптикой и бесшумным квадрокоптером. В этом сезоне лисы, несмотря на осторожность оператора, все равно чувствовали присутствие человека. Поэтому в следующем сезоне для скрытой съемки будут использовать специальные убежища – скратки. Премьера фильма запланирована на 2022 год. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».